Михаил Ломоносов – это икона Севера. Ученый, поэт, изобретатель, новатор, пионер своего дела, мастер на все руки. Дома, дворцы культуры – это утопический советский проект, клубное учреждение, центр культурно-массовой и просветительской работы. Исследование, проведенное ранее во Дворце культуры Ломоносовский, ставило перед собой задачи, с одной стороны, изучить феномен существования домов культуры через историю одного ДК, собрать аудиовизуальные материалы, интервьюировать работников культуры. А с другой стороны, важно было связать ломоносовские ДК с достижениями Ломоносова, без фигуры которого культуры и вообще просвещения в ДК быть не могло. Безусловно, до Ломоносова на Севере была культура и педагогика, и он явился скорее исключением, таким героем-одиночкой. Но, тем не менее, моей целью будет последовательное формирование связующих нитей между далеким и недалеким прошлым. И основной метод — это изучение целого через его часть.